Да. Это, ребята, она. Сизукани. И это тоже другая. Кли и Сахароза. Здрасте, добро пожаловать. А, натурат, понятно. Ну, ждем тогда. Бау, сагете, Альфредто. Гоменнасай, хиточигай даттава. Разрешите мне помочь? Арigato, вакай хито. Ваташтачи ва има эйсэй энгак кейсок но джизен чоусетс о штейру но. Ваташи га шинго о кансок суру ботан о скара, аната ва итта тежун ни штагатте ба о угокаште. 先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号露波器に出力するの。内容が多かったかしら。 覚えられた? Вроде да. Так. Ну, вроде все понятно. 3, 2, 1. А, вот так даже. Вверх, вправо, вниз. Камбекио, аригато. Таскатта ва, вакай хито. Салар, да, но, к счастью, мы сделали все как надо. ...тантосするのは アルフレッドだったんだけど, さっきまで収容部分にいて, まだ戻ってきてないのよ. エイブラハムと彼は仲が良かったから, このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら. 宇宙ステーション維持するのが最優先だから, まずは目の前のことに集中するわ. もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。見たまえ。バリア識別端末は14万2856回の攻撃を記録している。次の数字は14万2857回だ。私は信じている。 この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。мы все умрем, но не сегодня。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する。 Так, ну я просто покрутил персонажа без особых комментариев. Тут особо комментировать-то и ничего. Оу, ребят. Плюшки за ежедневный вход в игру. 1-1-2-1-1-3. Отлично. Так, ну, собственно, ребят, тут плюшки за 5, 15, 25, 35, понятно. Так. Ну, короче, ребят, да, пора фармить. Резитация талантов. Ну, можно попробовать персонажей. Ну, давайте попробуем.
Огромный урон по одной цели. Победа над противником дает один дополнительный ход. Эх, в третьем Хонкае у меня там есть хорошая зель. Хотя, хорошая, они у меня все собраны там. Надо и тут их забрать. Ну да, я же люблю косу, вы же знаете. Мое любимое оружие. Одиночное. Я думал, она сейчас скажет кое-что другое. The Wardu. Но нет. Но блин, даже звуковые эффекты те же самые. Это ж... ну, ладно. Это прикольно. На самом деле. Но могли бы хотя бы звуковые эффекты, что ли, другие. О, Матвей, привет. Нивлер, а, ну да, точно. Причем, когда она произносит свое название своего навыка, он очень схож с названием, собственно, Star Platinum. Еще. Да. После достижения уровня, окей, принять участие, ну типа окей. А, на 21-м, понятно. Ну, короче, есть чем тут заняться. Понятно. Завершите миссию, ну тут тоже. Так, ну халявная крутка. Давайте покрутим. Иногда по одной крутке лучше идет, как минимум в Геншине у меня. Но не сегодня. Ну и конечно с первой крутки, не то что я ожидал чего-то. Так, стоп. Блин. А они тут все немного поменяли, блин, а это не работает как в Геншине, тут обязательно 10 прыжков. Хотя это именно четырехзвездочная гарантия. Так. Шанс успеха для... Так, 50%. Так. То есть обязательно все-таки тут десятка. Это не работает как в Геншине. Так, шанс персонажа... Шанс получения персонажа пятизвездочного 0600. Да. Фак. Ну, вы поняли. Я же говорил, что Геншин очень щадящий. Ну, Салар, не, ну все равно, как бы, за одну крутку там шанс намного больше, чем тут, насколько я понял. Хотя, там уже как повезет. А,
А, тоже так? А, ну тогда ладно. Тогда ну. Так, что-то началось. Модорнока. Иттеокуга. Арева Шумацзю. Легион но тай тентай хейкита. この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。 絶滅大君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。 でも、うちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ? 終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。 半物質レギオンにとって、ここの防御システムはあまりに脆弱だ。 レギオンには、アイウォーン・ナヌークの祝福がある。 それに準備も整えてきているはずだ。 ここの人たちでは守りきれない。 だからこそ、私たちは必ずここを離れなければならない。 それも、彼女を連れてね。 なるほど。 彼女は、重要な存在なんだな。 彼女は突破口なのよ。 もちろん、私の勘違いってこともあるけど。 そうか、わかった。 次は何をすればいい? ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこで、ベルトと合流しましょう。幼児ちゃん? 幼児ちゃんが来てるの? 列車に残ってたんじゃなかったっけ? 俺たちの行動は、請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ。 私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえなんとかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。так, я не могу. Мантра разрушения. Такое чувство, что все пойдет не по плану. まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。 Салар, ну да, вариант хороший. Так. Давайте все-таки, наверное, соберем нормальный отряд. Двух огненных я не буду брать. Возьмем сервал. О, господи. Ребят, зажжем в этой дыре. Так. Прокачаемся хотя бы чуть-чуть. 10 уровня. Ну, кстати, не, бляр. Точно. Не, ну, сервал, конечно, хороша. Она мне... Мне нравится. Мне нравится. Зачет. За нее зачет. Так, ух ты. У меня столько всего. Так, следующий офигист для персонажей пути. Эрудиция. Ну, как раз для нашего.
Так, после использования владельцем сверхспособность повышает силу атаки на 24% на 2 хода. При использовании навыка дополнительно восстанавливает 8 единиц энергии владельца. Этот эффект может быть вызван один раз за ход. Честно, я даже не знаю, что лучше. Наверное, это. Так. Тут сохранение. Когда владелец использует сверхспособность, он восстанавливает 17 хп. Ну, кстати, это хорошая вещь для саппорта, я думаю. Ну, Ниблер, как я понял, да. Это вот так работает. Посмотрим дальше. Ну, остальные как бы не имеют. Как бы забавно то, что можно и другие взять, но эффект-то не действует. Так. Когда хп ниже 50, понятно. Ну и само собой их еще тоже качать надо. Можно или материалами, или другими ненужными. Наложение. Ну, понятно. Ну, Салара, это нормально, я думаю. Так, ну и все. Тут вроде еще должен быть аналог артефактов, но эта опция еще недоступна. Как я понимаю. Так, ладно. Пока что оставим как есть. Так сказать, пройдем этот пролог уже нормально, начнем собирать персонажей и качать. Ниблер. Переведя на термины Геншина, созвездие. Так. Меку может выполнять бонус атаки в бою. Окей. Каждый раз, когда союзник накладывает пробитие уязвимости, Химеко копит заряд. Окей. Кстати, а Ост вообще норм качает. Нормально. Ну, зажжем. Блин. Это, конечно, забавно. Привет, Аристер. Рад тебя видеть. Как ты там? Сала, ждешь персонажа с дорожным знаком? Знаешь, тут он вполне может быть. Он вполне может быть. Как? Ногами вперед. Все-таки возьму Меку, пока есть возможность. Да, мы все равно рано или поздно выбьем ее, так или иначе. Салар, сомневаюсь, но сейчас попробуем. Кого нету. Начнем.
殴ったね。逃がさないわ。хорош。逃がさない。いや。Не, ну что, делай свое дело。ほら。即戦即決で行こう。や。Ну, Мэппи чуть выше Ниблер написал. Так что, да, ждем тут сейв из D4DJ. Я уже понял. Ну, ради этого, наверное, стоит побегать. Так, все. Ну, погнали. А, все так просто? А, блин, прыгает. Забыл. Увлекся. うちに出くわすなんてついてないね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。逃がさないわ。Отлично. Ну, товар, даже кнопки прыжка нету. Так что, увы, не прыгни. А упасть не дадут. И по стенам тоже не залезть. Это все-таки другая игра. Ну там сундук, мы ж не можем просто взять и пройти мимо. Так, сильные противники, понятно. あいつで練習する？ノーステージを邪魔しに来たの？己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部逃がさないわ。ステージを邪魔しに来たの？Посмотрим на ульту. Оу! Чашку чая, ребят. Прикольно. Что-то Рен вспомнилось. Так, ну все, начинается веселье. Ну, сойдет. К сожалению, у нас только один персонаж, который... к которому враг имеет слабость. うちに出くわすなんてついてないね。Так, щиты. うちがいるんだから。Защищаю Лейси.
殴ったね。逃がさない。ちゃんと直さないと。ヘッ、やっ、もっと叫びなさい。うちの出番。殴ったね。Сбиваем щиты его ультой, завалим его. Упс. Сейчас бы хил какой-нибудь. Я сейчас поблагодарю тебя. Нет! О, начинается. Сей! Ха! Начнем-ка. Я! Есть пробитие. ここまだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うちに出くわすなんてついてないね。いや、戦闘は精巧なデザインなの。はっ、さあ、давай, мочи. ここ。Да вы издеваетесь. А, все. Отлично. Мы молодцы. Получили роскошный сундук. И 30 камней. 30 камней. Слушайте, а тут и сундуков неплохо дают. Ну что, ребят, как впечатление? Мы уже сколько? 2 часа играем. Так, лично у меня пока что все, ну, сугубо положительно. Немножко расстроен боевой системой, я ожидал чего-то более глубокого. Но, увы. Но выглядит все довольно красиво. Насчет сюжета еще ничего не понятно, будем разбираться. Но, как я сказал, мне с этим нравится тут больше. Боевка самая слабая часть игры, ну да, согласен. Как бы, ну, с рейдом ее уже сравнили и всем, кому не лень, так сказать. Но вот, она также похожа на миллион других мобильных игр. Упс. Там та же Princess Connect, например.
Кстати, мэджиками. Вот она больше мэджиками все-таки идет. Хотя да, мэджиками все-таки будет получше, там скиллов побольше и возможностей побольше. Ну, может, они тут откроются чуть дальше и будет. Но да, все-таки мэджиками поглубже будет. Причем мэджиками это у нас браузерка. Ну, Ниблер, да, если бы она была во всем как мэджиками, включая 18+ контент, тогда да, это было бы другое. Так. Слушайте, я нашего саппорта подкачаю еще чуть-чуть. Во-первых. Потому что, ну, по идее, дальше там книги будут падать от души. Как минимум, я понял, что первал я буду использовать, скорее всего, много, пока не выпадет что-то. Это уже элементы хорошие, пятизвездочные. Давайте ее тоже подкачаем. Повысить 7. Что так? Ну трат, ну да. Хотя я мэджиками забросил, потому что мне не понравилось уже, куда там все дальше пошло, но да. Блин, там сундук, я не могу его оставить. Мощно. Блин, она прекрасна, конечно. Хотя она мне нравится, наверное, по большей части еще из-за ее сейю, но типа ладно. Да, ну что, после Хонкая ждем следующую игру Михоя. Как она там называлась? Зон, короче, Triple Z. Хомуга мне это кита. Ятта не. Лещава мада китей най на.
Вот она по боевке больше похожа на Far Cry 3. А, фу ты, блин. Отвлекся. Натурат, так может нужен хилер, не? Эй. Просто мусор. Стоять, а тут что? Рад, что-то я это не вижу пока что. Видно, чуть позже. Упс. Что мы прокачались по ходу. Не дает? Серьезно? Стейджи замаши не китано? Странно. Мне не дают ульту активировать почему-то. Это нормально сейчас я пытаюсь. А, заработало. Это такой баг или в чем проблема? Пришлось несколько раз нажать кнопку. Причем перейти на мышь. Возможно, это из-за захвата. Ну, ломаем дальше. Нет, скорее всего, из-за захвата. Иногда бывает. Да не первая такая игра. Ух, неплохо. Ну, чё-то, ребят, ваш босс такой себе. Он почти труп. Походу, мы всё-таки перекачались. Так, чё это, что еще такое? Намного все веселее, ладно. Первая полоска готова, теперь вторую точно так же. Начнём.
まには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。Отлично. Заморозка – это хорошо. うちの出番。Ну, с сундуками, ладно, уже потом разберемся. ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。Не, ну эти анимации, конечно, клёвые, крутые, но надеюсь, дальше будет возможность их пропустить. Там вроде есть ускорение и. Ой, не нравится мне это. Блин, как назло, не совсем. うちに出くわすなんてついてない。ほら、即戦即決で行こう。くらえ。ありがとう。もちろん誰でも構わないわ。この曲をあなたにもっと叫びなさい。Ну, как-то так у нас боссы бьются.大丈夫だ。場所を変えて話そう。Знаете, смотря то, что только что случилось, я... Ладно, потом. Привет, стратег. 起きたのか? Какой привет? Он сказал, ты проснулась. すでにレギオンの脅威は去った。安心していい。Так, мы выиграли. Даже зверь судного дня мне не ровнее, или... Кто ты? Где я? Здесь... Учию стейшн. Хельта. Мо-скоси ясунде оке. А, соре кара... Омае но бикон адресу осиете куренай ка? Нани ка алеба, сугу ни ленлак суру.
Окей, мы обменялись номерами. Химико-сан га омае о сагаштей та. Ато де каножо ни ай ни итте куре. Так вот, я тут подумал, было бы забавно, если бы вот эта наша героиня была бы той самой Тян, которая в начале Геншина запечатала... Короче, что-то сделала с нашими героями тамошними. Глаза... Ну, может быть, там трансформируется. Ладно, забейте мои безумные теории. Не забудь сходить, да, я понял. Так, что у нас тут? Оу, отлично. Ребят, первое созвездие. Так сказать. Улучшение способности. Активировать. Угу. Дополнительно восстанавливаются 10 единиц энергии. Окей. Нет, Натурат, это все-таки Киана. Ну, посмотрим. Отлично, ребят, тут можно переписываться с персонажами. Класса, класс. Ну, больше нет. Так, что там? Так, ребят, все должно быть норм. У меня Steam настаивает на то, что нужно обновить Warhammer. Нет, не надо. Я его выключаю на 5. Ну что ж, пошли дальше. О, привет, сестра. Мега самета, но не. Мицуки-чан тачи ни ва нессе ни нокотте атари о михатте мораттеру но. Соро-соро ватаси га маттеиру хито га куру жикан но хазу ё. Ватаси га ханарете мада су кагетсу дешо? О. Э. Доу штара учу стейшон га коу нару кашира? 戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんと知って。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。あ、 вот и Герта. Вот и познакомились. Так, ребят, у вас там все нормально? Тишина в чате. Так, космическая, ты робот. Аната га мите иру но ва ватаси га цукутта роботто. Коно ко соуса шите аната тачи то кайва шите ру но. Я смотрю, что что-то нечисто с ней, она на куклу похожа. Лапис вспомнил. Ja, шиккари кансацу шинай то не. Маса ни камиваза не. Ватаси га учу стейшон о цукутта но ва коно каксэй шите инай сейкаку о коусоку шите Блю о вазавай кара мамору таме датта но ни. どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに、性格は彼女の体内でとても安定しているわ。そうね。このお子ちゃまの体質、本当に興味深い。Так, не называй меня девчонкой, меня зовут Лэйси.
Вам обязательно обсуждать это при мне? Такое. Вакатта. Кедо аната но кото ва окочама тте ёбу не. Ватаси но ноу ва кичоу да кара. Танин но намае о киёку суру спейсу ва най но. Ара. Ну, отлично, ещё лучше. Ватаси но намае о обоэте курете иру кото ни канша шинакча не. Соре ва чигау де шо? Аната то ватаси ва бизнес джоу но канкей де. Мне кажется, кого-то надо отшлёпать. В смысле забрать изучение чего? Ну, ребят, мы берем третий вариант или что? Что скажете? Не за что, а сколько заплатишь? この子ちゃま、金銭感覚がしっかりしてるね。結構気に入った。あまりいじめないでちょうだい。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して。私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら？ つまり、ヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ、私に関係ある？はあ。 あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くことも。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。 彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ない時は私が後のことを考える必要もない。Так. Если экспресс или остаться. Ты самый безэнтричный человек, которого я когда-либо встречала. Я подумаю над предложением Кимико. よく考えるといいよ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼女にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。 私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし、会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。Салара, вот это хороший вопрос. Так. Эй, Лейси, это Герта. У меня к тебе дело. Срочно приди в мой офис. Жду. Но ты же рядом со мной. А просто сказать нельзя? Еее, ребята, смс-ки. Чё-то Катюша вспомнилась. Автоматический ответ. Здравствуйте, в настоящее время недоступны, не собираюсь связываться с вами позже. Я говорю, нужно кое-кого отшлёпать. Где там ремень? Эй, в смысле она покинула отряд? Верните! Ладно. Возьмем хук.
Что скажете? Берем хук? Или вот пелу можно. Аста. Не, ну, пуны не нужны. Так, повышает урон базовой атаки, накладывает так, атаки навыка владельца на 20%. Угу. Не, ну, а, блин, первая занята. Чем это? Хук слева. Нет, она справа стоит в пати. Так, и... Что тут нам нужно доделать? Вроде ничего. Так, вот и приехали. Оу. Портрет Польки. Полька Какаму. Тенсай Клаб. Каин Бангу 4-ман. Назо ни мичита жосей де. 無視できない数のクラブのメンバーが彼女の手にかかって命を落としたもう長いこと音沙汰がないけれど私は彼女が生きていると信じているねえロード・オブ・サイレンスあなたがここに来たらあなたがこれを聞いていたら私は会員番号83番ヘルタあなたに会いたいと思っているの Тура, да, слава богу, что есть телепорты, что мы без них делали. Зандаован Квабара. Тенсай Клаб, Каин Банго 1-бан. О, номер один. Ватасино джунсуй на кейю аравасоу то, каре но шоузога о казатта. Каре га инакелеба, има но Тенсай Клаб ва накатта дешоу не. Шоужики на токоро. 彼にどのような功績があるのかは知らないの。彼の著作や発明は全く伝わっていないから。 Хорошо, что они не называются общество Ураборос. でも、クラブの創始者にはそれなりの地位を用意するべきよね。リルタ。天才クラブ会員番号22番。誰よりも無視無欲で、誰よりもおかしな人。彼は他の人を助けるために 自分の人生を費やした。そういう類の喜びって私にはちっとも理解できないけどね。だけど、クラブの名が知れ渡ったのは彼のおかげなの。彼が亡くなった後、スターピースカンパニーはずっと後任者を見つけようとしていたけど、数個白期にわたって探しても引き受けてくれる天才はいなかった。それで、とうとう私を見つけたってわけ。 Ну, Салар, учитывая, как Грет относится к нам как к говну, скорее всего. Ильяс Сарас. Фу, Герта, прошу прощения. Карева, Тенсай Клаб, Каин Банго 56-бан. Клаб Сижо, втори шка инай, Косен Бучо на хитори. Каре ни канша суркото не. Гендай Учу Бунме на Колю на Ишизуэ. Кёкан как Бикон то, Чокюри Сенсингу ва. 彼の発明なの。彼は発明を公開していないから、私が訂正しておくね。この 2つの技術の知的財産権は博識学会に属するの。正直言って、私はこの学会のことがあまりすきではないのだけれど、彼女たちがイリアス・サラスの発明を再現したのは大きな功績と言えるでしょうね。天才クラブ。 会員番号76番スクリューガム彼とは長い付き合いだけど本当にいい人でまさに紳士って感じ結出した機械的な頭脳を持っていて彼と話していると私もすごく勉強になる今ちょうど彼やルアンネイと協力して
プロジェクトを進めているの。そのプロジェクトによって私たちが宇宙最大の秘密に迫ることができればいいんだけど。Понятно. こちらはミス・ヘルタ。天才クラブ。会員番号83番。ну и себе любимый портрет поставил здесь. 聞き馴染みがありそうね。彼女は幼くしてソリトン派の難題やスパークスモデル予想を解き明かし、青年期にはシグマ粒子の変換方法を発見。そして、壮年期にはヘルタシークエンスを提唱し、若返りの論文を発表したの。年老いた彼女は若返り、再び虚数が満ち溢れる現象の謎を解き明かし、宇宙の果ての性格を捕捉し、封印に成功した。ヘルタは自身がいる惑星を滅亡の危機から19回も救い、愛用に2度廃越してる。この宇宙ステーションはまさに彼女の財産なの。Понятно. Так, запись пошла. И вперед, продолжаем. Поговорите с Гретой. Ну, пообщаемся. И посмотрим, что она хочет сделать. Так, как так быстро здесь оказалось? Извини, что тебе пришлось меня ждать. あなたが見ているこの体は宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。私を必要とする場所がある場合にそこに意識を移しているわ。無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。Удобненько, конечно. 成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極の問題、アイオーンの神秘を解決することができる。アイオン、考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ。中には私やあなたのように普通の人類だったアイオンもいるわよ。なのに何かしらの方法で想像を超える力を手にした。神々たちは謎めいていて、強大で静寂で恐ろしい。アイオンの謎は一言では語り尽くせないの。アイオンはどうして、どうやって生まれたか、何のために生まれたか聞くけど、あなたこれらの問題について考えたことはある？Мне как будто заняться нечем. Денно и ночно. А как это касается меня? 42. いいね。科学の基礎は知識を求めることだし、そして今私たちは考えるだけじゃなくて行動に移さなくちゃいけない。だからあなたもこのプロジェクトに参加して、私たちと共に行動する機会をあげる。天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまるで私たちの世界みたいだけど、もっと簡素でカスタマイズしてある。おっぱ、вот это интересно уже。私はそれをメタバースと呼んでるの。Так, ищем связь с Геншином. Серьезно? Так. Раздувшаяся популярность. Чем проще, тем лучше. ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから、模擬宇宙と呼ぶね。早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを失うことはないって保証するよ。それどころか報酬をたくさん用意したからね。ねえ、ニブラ、давай без него лучше。Я думаю, его хватает и в нашем реальном мире. Так, просто считывай, компьютер будет считывать.
логичнее. Просто стой там, и компьютер будет считывать твои мозговые импульсы. Лэйси, ты видишь мое сообщение? Если да, коснись экрана. В любом месте. Эй, а где озвучка? Все? Твое тело все еще находится в офисе. Это виртуальная вселенная, созданная из твоих воспоминаний. Это всего лишь тестовый альфа-сервер, где функции доступны не полностью. А теперь попробуй пройтись. Видишь, теперь ты... Эй! Я, конечно, читать умею, но не настолько быстро. Особенно на русском. Не особенно вслух. Ладно. Ей, ускорение. Я в тобой. Я надеялся, что во время ускорения новая манка Греты. Это какая-то ролевая игра? О, господи. В смысле, это серьезно? Текстовая ролевка? Отлично. Просто отлично. Вокруг него раздался громогласный рев. Явно предупреждение для вас. А затем он исчез прямо у вас на глазах.
Теперь ты сможешь повеселиться. Не спрашивай, почему. Просто поблагодари меня. Ну, иди же. Выбирай. Ну, тут очевидно, что вот это лучше. Ну, разнообразие, ребят. Ну, нечто подобное в Бонкай третьем тоже было. Душнило. Ну, да, есть такое. Не вижу, она отыгрывает. Отличная турет. Да, на турет. Эх, Клипот так и не объявился. Никто и не сомневался. Да и просто время. То благословение, которое преобразует щит в урон. И уйдем. Окей, берем. Кокайстемо осой. Руль ва ябуру таме ни ару. Я прошу прощения, если какой-нибудь кашель вдруг не успею замьютить. У меня что-то горло сегодня не очень хорошо себя чувствует. Не блярда. Где же липоидушка наш? Ничего. Давай. После получения удара персонаж наносит урон дрожью. Ну, короче, да, это и берем. Черт. Так, щит. При получении щита увеличивается максимально поглощаемый щитом урон. Ну, возьму лучше урон. Ну, наверное, никто не объявится. Короче, в итоге я взял все. Прости, я на время приостановлю твою активность. Мне нужно перед тобой извиниться. Признаю, мне очень хочется преуспеть. Больше не буду вмешиваться в систему. Действуй по своему усмотрению. Возможно, появится Клипот.
просто... А, возможно, появление клипота просто случайность. Вот и все. Прости меня. Ну, клипот простит. Так, ну тут все понятно. ルールは破るためにある。もう一度。下手に動くな。静止虚実。一年の学び。同点元気。超無意義格。 Блин, не успел. Вот отстой. Привет, мам. Блин. А, нет, я еще могу успеть поставить щит. Ну или сломать его. Что намного лучше. Но я щит все равно бы поставил. Арасой не имеет. Отлично, живем. Но было близко, конечно.
Да, весело. Успех. Нужно сейчас же рассказать все Стивену. Лэйси, не стой столбом, иди прогуляйся и вытяни из ионов еще что-нибудь. Прояви уважение. Ты не имеешь права мне приказывать. А, да! А, точнее, нет. О, да, я слишком взволнована. Прости, Лэйси. У тебя отлично получилось. Так. Я усовершенствовала виртуальную вселенную. Увеличила размер памяти с ним и длительность сеансов. Мне кажется, в прошлый раз получилось несколько скучно, так что я попросила Стива добавить кое-что интересное. Ура! Люблю веселье. Ага. В реальной жизни получать награды гораздо приятнее. Я не доверяю вашему пониманию вселенной. Тьфу, вселенной. Веселье. Вселенной. Ну, что сказать. Я тоже не доверяю. Каждый раз, когда мне обещают веселье, я представляю себе гору мусора. Сорян, горло. Это все очень плохо. Каждый раз, когда мне обещают веселье, я представляю себе гору мусора. Так что я бы лучше поговорил о награде. В целом, это долгоиграющее обновление с более длительным геймплеем, новыми заданиями, серьезно, классными наградами и более высокой сложностью. Подготовься и присоединяйся к бета-тесту виртуальной вселенной. Я помогу тебе еще раз. О, мы ее получили! Правда, ее куклу, точнее, не настоящую, но сойдет. Так, где мой ремень? Не, бляр, нормально. Просто поменьше читать, наверное, следует. Слух. Как говорится, сегодня не день для этого. Немного. Так. Отлично, можно сделать... Десяточка. Блин, опять ничего интересного, походу. Не походу, а точно. Учитывая, что пурпурный там цвет, а не золотой. Да. Doll is fine too. Ну да, сойдет. Это лучше, чем ничего. Мада хаяши. どこかへ行く? Так. О. Да, я понял. Берем плюшки.
Так. Ой, слушайте, давайте сделаем небольшой перерыв. Это время так быстро летит, что даже незаметно.